Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Финансовые перспективы для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года. А также мы с вами поговорим, какой можно сделать ритуал в течение сентября, чтобы привлечь изобилие. В финансовом плане сентябрь будет удачнее августа для всех знаков зодиака. Однако в начале осени важно побороть меланхолию и активно заниматься работой. Астропрогноз на сентябрь не обещает значительных потрясений. Те, кто продолжит дело, начатое в августе, почувствуют себя увереннее. Овны. Сентябрь принесет успех в денежных делах овнам. Это хорошее время для покупок, открытия депозитов. Период подходит для реализации долгосрочных планов. Активность в бизнесе начнет приносить плоды уже к середине месяца. Овен почувствует поддержку начальства, партнеров и коллег. Во второй половине месяца наступит время возвращать долги, если они есть, поэтому стоит подготовиться заранее и отложить часть денег. Финансовое положение Тельца в сентябре будет нестабильным. В этот период не следует начинать новые дела, лучше завершить старые. Могут возникнуть проблемы с документами, сотрудничество с деловыми партнерами вряд ли будет продуктивным. Важно погасить долги и закрыть кредиты, если это возможно. Телец должен проявить терпение и постараться сэкономить, избегая импульсивных покупок. Близнецы. В сентябре близнецы могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны родственников. Начало осени потребует максимальных усилий для поддержания статуса и деловых контактов. Улучшение финансового положения ожидать не стоит. Возможно, непредвиденные расходы. Бизнесменам следует учитывать все риски, чтобы избежать потерь. Несмотря на это, близнецы могут начать или развивать собственный бизнес, инвестировать в сторонние проекты или взять кредит. Все вложения окупятся при грамотном расчете. Раки. Финансовая ситуация у раков в сентябре будет постепенно улучшаться. Им предстоит приложить усилия для исправления старых ошибок и прекратить отношения с ненадежными партнерами. Возникнут неожиданные трудности с документами. В сентябре ракам не стоит ожидать подарков судьбы. Начало осени подходит для продолжения обучения, а важные дела лучше отложить на вторую половину месяца. Лев. Львов, получающих доход только от основной работы, ожидают хорошие премии и, возможно, повышение. Сентябрь будет удачным для деловых поездок и укрепления позиций на работе. Коллеги окажут поддержку, могут поступить предложения о новой работе. Но с принятием решения стоит подождать. Сентябрь – не лучшее время для смены карьеры. Дева. Сентябрь предоставит девам все условия для открытия бизнеса. Если раньше идеи не удавалось воплотить в жизнь, то сейчас настало время для преобразований. Успех дальнейших дел будет зависеть от работы в начале осени. Начинающие предприниматели почувствуют готовность к новому витку карьеры. Девам стоит подумать о вложении части средств в улучшение своего жилья. Весы. Весам улучшить финансовое положение в сентябре могут помочь командировки. Осень начнется с конфликтов и перебоев в рабочем графике, что может привести к понижению в должности. У самозанятых весов возникнут проблемы с клиентами. Подработка возможна, но только к концу месяца. Лучше не давать в долг, чтобы избежать дополнительных финансовых проблем. Скорпион. Дополнительные доходы в сентябре скорпионы могут ожидать уже во второй половине месяца. В начале месяца нестабильность и непонимание могут подтолкнуть к разрыву деловых связей. Важно набраться терпения и выйти из конфликта без потерь. Новые проекты лучше начинать после 20 сентября. Практичные скорпионы начнут экономить, что пригодится в будущем. В сентябре стрельцам не стоит тратиться на серьезные дорогие покупки. Трудолюбие будет вознаграждено, а заслуги отмечены начальством и коллегами. Несмотря на хорошее финансовое положение, с 15 сентября придется работать еще усерднее. Хотя доходы могут показаться достаточными для расходов, лучше подготовиться к непредвиденным затратам и погашению долгов. Козерог. Звезды советуют козерогам строго контролировать осенний бюджет. Не стоит полностью полагаться на деловых партнеров и коллег. В начале осени они могут потерпеть неудачу. Финансовая ситуация останется стабильной, но значительных улучшений пока не предвидится. В сентябре козерогам лучше не брать и не давать взаймы и избегать крупных трат.
Водолей. Звезды рекомендуют водолеям серьезно отнестись к финансам. В середине сентября не стоит заниматься оформлением документов, а важные сделки лучше отложить до октября. Во второй половине месяца возможен рост доходов. В это время полезно задуматься о собственном бизнесе или его расширении. Деньги, потраченные на развлечения и подарки, не принесут ожидаемой радости. Поэтому водолеям следует обдумать целесообразность крупных расходов. Рыбы. Финансовое положение рыб в сентябре останется стабильным. Им стоит сосредоточиться на важном проекте, который потребует больших усилий. Возможно, придется пожертвовать личными планами ради карьеры. Серьезных изменений в работе не предвидится. Но активность рыб в первой половине месяца определит их успех в будущем. Во второй половине месяца можно подумать о заслуженном отдыхе. В целом сентябрь принесет хорошие перемены в плане финансов каждому знаку зодиака. Это время можно использовать для успешного развития уже начатых проектов и реализовывать те мечты и планы, которые вы хотели достичь. Также сегодня мы с вами поговорим, какие можно сделать практики на сентябрь, чтобы улучшить финансовую сферу. Уникальный ритуал на деньги на сентябрь. Сентябрь – это время перемен, магических возможностей. Если вы хотите активировать финансовый поток, то попробуйте секретный ритуал. Итак, на протяжении всего сентября выбираем любое время, любой день. Далее, обязательно создайте уютную, спокойную обстановку. Зажгите зеленую свечу. Это символ богатства. Далее возьмите одну любую монету, которая станет вашим талисманом. Берем ее просто не глядя из своего кошелька. Затем, когда вы выбрали день, зажигаем свечу, держим свою монету в руках и говорим такие слова. Луна светит, богатство дарит, путь мой озаряет, деньги привлекает, да будет так. Говорим 3 раза. Далее, такую монету после практики убираем под подушку на 3 дня. Свечку можно затушить. Через 3 дня эту монету нужно обязательно закопать под любым деревом, но только не старым. Выбирайте цветущее и большое дерево. Все. Веря в силу ритуала и наблюдая за изменениями, вскоре вы заметите, как жизнь становится более изобильной. Не забывайте, что магия требует веры и искренности, и этот ритуал откроет для вас новые горизонты. Обязательно проведите эту практику на протяжении сентября. Сентябрь – это значимый месяц, который каждому из вас принесет важные перемены именно в финансах. Ведь сентябрь идет в золотой месяц, месяц процветания, счастья и благополучия. И этот месяц каждому знаку зодиака обязательно подарит именно то, о чем вы попросите. Самое главное – с верой в сердце. Обязательно просите Вселенную то, что вы хотите получить в течение всего сентября. И вы будете услышаны, ведь сентябрь этого года идет самым волшебным и магическим.